Муса Джалиль, советский и татарский поэт, журналист, военный корреспондент, герой Советского Союза. В феврале исполнилось 115 лет со дня его рождения. К этой памятной дате в Зале литературы на иностранных языках оформлена выставка «Имя твое словно песня осталось». Материалы выставки расскажут вам о жизни и трагической гибели великого поэта. С оружием в руках и своими бессмертными стихами он сражался во имя победы. На выставке книги Мусы Джалили, его стихи, которые он сочинял в перерывах между боями, а затем в фашистских застенках. О подвиге поэта нам рассказала его моабитская тетрадь. Это бессмертная книга, потрясающая силой человеческого духа. Это гимн бесстрашию и стойкости человека. Это живая свидетельница подвига татарского поэта. Одна из моабитских тетрадей начинается стихотворением «Мои песни», написанным в 1943 году. Несомненно, поэт придавал этому произведению большое значение. Оно звучит как завещание, как песня победы. В нем поэт говорит нам о том, как он понимает истинную поэзию, для чего она существует, какое место занимает в жизни самого Мусы Джалиля. Вы услышите фрагменты стихотворения на русском и родном языке поэта – татарском. Муса Джалиль, Джерларем. Джерларем, сезшетеп юрягимде, илькаренда чачега тегес. Кюпме булса сизде кючхем ялкен, шул кадерли джирде хаккегес. Песни! В душе я взрастил ваши всходы. Ныне в отчизне цветите в тепле. Сколько дано вам огня и свободы, столько дано вам прожить на земле. Сизде минем бютин тойгаларем, сизде минем кирсез яшлярем, сезюльсегис минде анотелермен, яшасегис минде яшермен. Вам я поверил свое вдохновение, жаркие чувства и слез чистоту. Если умрете, умру я в забвенье. Будете жить, с вами жизнь обрету. Черюрядте мине хюр яшерге, хемулярге каю ир булэм. Гэмрем мине монглэ бер джериде. Улемем да янграр, джербулы. Песня меня научила свободе. Песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песни изменила в народе. Смерть моя песней борьбы.